Вот такой, в принципе, у нас с вами получился небольшой кораблик, и сейчас мы с вами отправляемся в первое плавание. Ой, почему у меня так сильно раскалывается голова? Все, что я помню, так это то, что я плыл со своими друзьями в лодке, и потом начался сильный шторм. И что это за место? Это необитаемый остров? Серьезно? Меня забросило на необитаемый остров? Кстати, всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать в Майнкрафт! Как я понимаю, мы сегодня с вами начинаем новую рубрику «Выживание на необитаемом острове». Поэтому ставь свой лайкосик и приятного тебе просмотра! Главное впустую не расходовать свои силы, потому что если я сейчас начну паниковать, бегать туда-сюда, то я очень сильно проголодаюсь, а еды у меня здесь вообще нету. Но благо то, что здесь есть два дерева, и у меня сразу возникает гениальная идея. Я так понимаю, что мы с вами находимся где-то в Тихом океане, и здесь, кроме вот таких вот маленьких островков, вот, кстати, как вон тот, который находится у меня за спиной, больше ничего нету. Поэтому что я предлагаю? Я предлагаю немножечко здесь повыживать и скрафтить себе какой-то плод и отправиться в плавание прям как Робинзон Круз. Но если, ребята, вам понравится эта рубрика, то просто напишите об этом в комментариях, и я обязательно буду снимать продолжение. Ладно, первым делом, что можно сделать, так это добыть себе дерево. Я очень сильно надеюсь... Здесь, кстати, монстров никаких нету. Нет, вроде бы нету. Я очень сильно надеюсь, то, что из этого дерева мне выпадет какой-то саженец. Поэтому давайте мы сразу, в принципе, вот эту вот листву разобьем. Ничего не выпадает пока что. Выпал один саженец, но он куда-то под воду упал. Капец! Я его упустил. Если больше ничего не выпадет, тогда мне придется погрузиться под воду. Ура! Ура, ура! Еще один саженец. Кстати, да, ребята, пока я с друзьями плыл в лодке, я заметил здесь целую кучу новых монстров. Но пока что их здесь нету. Это очень хорошо. Ладно, давайте тогда будем добывать это дерево и, в принципе, крафтить себе самые первые вещи, которые нам необходимы для выживания. Это верстачок. Знаете, какая у меня возникла еще одна гениальная идея? У меня сегодня только одни гениальные идеи возникают. Ура, еще один саженец. Отлично, теперь у нас два саженца. Когда мы с вами построим себе плод, а плод у нас будет очень и очень большой, потому что, во-первых, у меня уже два саженца есть. Это значит, что из этих двух саженцев вырастет два больших дерева. А также вот там вот за моей спиной есть еще одно дерево. Вон оно, видите, такое вот виднеется. Я тоже обязательно его добуду, но я его буду добывать только тогда, когда у меня будет еда, потому что если я сейчас отправлюсь его добывать, я очень быстренько проголодаюсь. Кстати, тут еще вот растет травушка, я надеюсь, что из этой травы выпадет какая-то пшеничка. Отлично, еще одно семя пшенички выпало, это хорошо, давайте хотя бы еще одно, пожалуйста. Ура, теперь у меня три семена пшеницы. Сейчас я здесь немножечко раскопаюсь, расширю свою территорию и посажу свои первые саженцы. Первый саженец пусть растет здесь, а второй саженец пусть растет вот здесь. Все, пока что у нас все очень хорошо. Теперь давайте скрафтим себе верстачок, а также палки. И сейчас с помощью этих палок в первую очередь я построю себе мотыгу. Да, ребята, именно мотыгу, чтобы начать разводить пшеницу. Мотыга у нас есть, и давайте подумаем, что мне еще нужно. Мне сейчас необходима, конечно же, лопатка, а также я думаю, что нам понадобится кирочка, чтобы добывать себе первый булыжник. Итак, где наш будет огородик? Ну, из-за того, что здесь целая куча воды, огород мы с вами можем строить в любом месте. Все, засаживаем это все пшеничкой, пусть она растет. Это пока что, ребята, единственная моя еда, которую я могу здесь добыть. А мы с вами сейчас сделаем себе небольшую шахту. Ладненько, начинаем тогда, ребятки, прокапываться. И гляньте, что я нахожу. Это у нас булыжник. Как же хорошо. Нам с вами нужно добыть себе 9 блоков булыжника. 9 либо 8, я уже точно не помню, чтобы скрафтить себе печь. Главное, ребята, не докопаться до воды. Потому что если мы с вами докопаемся до воды, здесь все просто потонет. Ура! Гляньте, что мы с вами нашли. Мы с вами нашли уголь. Давайте будем отсюда вылазить. Мы с вами еще обязательно сюда спустимся. Пока что, ребятки, у нас все отлично. Растут новые саженцы, потом вот огородик, кстати, уже одна пшеничка скоро созреет. Верстачок мы с вами построили, добыли себе целую кучу угля. Мне кажется, что наше выживание растянется на несколько серий, но все будет зависеть от ваших лайков. Если я увижу, что эта рубрика вам понравится, тогда я обязательно буду ее снимать. Но она будет еще интереснее со временем, ребятки, потому что у меня очень много крутых идей. Как я вам уже сказал, что я хочу построить большой плот, и на этом плоте я построю себе дом, там будет огородик, может быть, какие-то еще порталы возьмем. Короче, это своего рода будет остров на плаву, вы представляете? И он не будет на месте, мы будем с вами бороздить океан, исследовать новые границы и уничтожать различных монстров, которые будут встречаться у нас на пути. Все, друзья, в принципе, печь у нас есть, вы, наверное,
наверное, спросите, а что ты будешь жарить, если у тебя нет еды? Оглянитесь вокруг, сколько здесь воды. А значит, что здесь есть целая куча рыбы. Вот рыбу мы с вами будем есть. Но вот единственная проблема в том, что у меня нет удочки. Но это тоже не проблема. Вот уничтожим нескольких пауков, которые на нас будут нападать ночью. И из этих пауков, я надеюсь, выпадет нить. И с помощью этой нити мы с вами скрафтим себе удочку. Все очень просто. Пока еще не настала ночь, я предлагаю отправиться в шахту и подобывать себе немножечко ресурсов. Я очень надеюсь найти железо. Но без железного меча здесь очень сложно будет выживать. Но давайте мы добудем уже весь уголь, который здесь есть. Уголь лишним не будет. С помощью этого угля мы с вами и будем переплавлять наше железо, которое я уверен, что я обязательно добуду. Ура! Ура, ура, ура! Я нашел первый слиток железа! Тут несколько блоков. Гляньте, 3 блока, вон уже 4. Я вижу еще больше блоков. Отлично. Освещаем это все. Освещаем и добываем все железо, которое здесь будет. Я отсюда не уйду, пока реально все не добуду. Так, там еще где-то есть. Ну, давайте мы еще раскопаем немножечко в сторонке. Может быть, что-то еще найдем. Нет, пока что больше здесь ничего нету. Мы с вами добыли уже 5 железные руды. Я предлагаю отсюда потихонечку выбираться и переплавлять наше железо, потому что солнышко где оно находится? Солнышко уже, в принципе, будет скоро садиться. Ребята, нам нужно срочно подготовиться к ночи. И когда начнет темнеть, я обязательно освещу наш вот этот вот островок. А вот соседний остров я освещать не буду. Я надеюсь, что здесь будут спамниться какие-то пауки, и мы обязательно с вами их поуничтожаем. Наступает ночь, поэтому давайте мы с вами будем освещать наш островочек. Ну, в принципе, даже по углам вот так вот можно, знаете, это все осветить, чтобы на меня никто не нападал. Да, вот сейчас будет поздняя ночь, ой-ой-ой-ой-ой. Ну а вот, ребята, в принципе, и закат. Гляньте, как красиво день уходит и наступает ночь. Все, темная, глубокая ночь. Давайте я тогда очень быстро скрафчу себе меч. Кстати, вот это вот железо уже переплавилось. Ребятки, вот и пауки заспамнились. Вон, видите, такие красные глаза. О, ничего себе, один уже сразу на меня нападает. А, он меня как-то отравил, ребята, срочно его уничтожаем. Ура, из него выпало то, что нам нужно. Как же хорошо, из него выпало, смотрите, 2 нити. Но я сейчас, наверное, погибну. Фу, у меня осталось так мало сердечек, так давайте мы это все осветим, чтобы им было страшно сюда идти. Освещаем максимально наш островок, чтобы им казалось, что здесь вообще день. Ребята, на меня сейчас нападет еще один паук. Так, это какой-то странный очень паучара. Ого, он прыгает, еще проклял меня. У меня пол сердечка, я надеюсь, что я не погибну, но из него тоже выпало 2 нити. Все, мы с вами скрафтим себе удочку. Все, что нам осталось сделать, так это просто пережить эту ночь. Я надеюсь, что это последние пауки. Ребята, мы с вами это сделали, мы пережили эту ночь. И знаете, что я добыл? Я добыл 4 нити. Это говорит о том, что я сейчас скрафчу себе удочку и быстро пойдем ловить какую-то рыбешечку, потому что я так сильно проголодался. О, кстати, второе дерево выросло. Ну что, давайте тогда быстренько скрафтим себе удочку и пойдем на рыбалку. Ребята, мы сейчас с вами поймаем себе рыбку и отправимся вот туда, вот на тот остров. Чего? Это что за монстры появились, ребятки? Что я вам говорил, что здесь целая куча монстров? Так, ладно, быстренько добываем себе хоть какое-то пропитание, пока эти монстры не начали нападать на меня. Как хорошо, что эти монстры уже уплыли, и они меня так и не заметили. Это очень хорошо, ребята. В принципе, я уже поймал себе, гляньте, 9 рыбешек. Давайте быстренько мы сейчас поставим их жариться. И знаете, что мы с вами уже будем делать? Мы с вами начнем строить себе плот, потому что у меня уже здесь, в принципе, достаточно много дерева. Я надеюсь, что хотя бы уже одна рыбка пожарилась. Ого, 6 рыбок уже пожарилось, ничего себе. Давайте перекусим, как же я хочу есть. Ура, сразу съедаем 2 рыбки. И сейчас у меня начнет восстанавливаться здоровье. Хорошо, у меня уже одно сердечко. Ладно, ребятки, давайте теперь будем с вами крафтить себе плот. Первым делом нам с вами нужны дубовые доски, 36 досок. Я, в принципе, думаю, что этого должно хватить. Сейчас я быстренько, ребятки, его доделаю, и мы с вами продолжим. Вот такой, в принципе, у нас с вами получился небольшой кораблик. И сейчас мы с вами отправляемся в первое плавание. Давайте тогда попробуем протестировать наше судно на прочность. Вообще, оно может плавать или нет? Вроде бы у нас все получается, ребята. Мы с вами плывем, ничего себе. Ладно, ладно, мне это нравится. Теперь гляньте только на меня, я как капитан Круз. Очень близко к этому острову мы подплывать с вами не будем, еще чуть-чуть. Но, в принципе, теперь до этого острова не очень далеко, поэтому мне кажется, что я с легкостью туда доплыву. Так, все, погнали, погнали, погнали. И мы сейчас с вами добудем все, что здесь есть. Я надеюсь, что здесь будет очень много ростков пшенички, но пока что еще ни одного не выпало. Капец! Серьезно? Ни одного ростка не выпало, ребята. Вот это печально. Ну, хотя бы яблочко какое-то выпадет. Так, саженец выпал. Скоро мой топорик сломается, поэтому лучше мне добывать блоки. Я, в принципе, ожидал, что мы здесь с вами добудем какие-то семена пшеницы, но, к сожалению, у меня не получилось этого сделать, поэтому давайте мы возвращаемся к нашему кораблику, вылазим на него, садимся за штурвал и поворачиваем. Корабль мой вообще очень быстрый, но со временем я думаю, что мы сделаем его еще быстрее, чтобы он был. Главное, ребятки, не врезаться вот в эти вот маленькие
островки, так, все, тормозим быстрее. Как же круто, когда есть вот такая вот крутая лодка. Ребята, я вам говорил, за вот этих вот монстриков, которых я видел в океане. Это какие-то маленькие скорпиончики, еще один громадный скорпион, так маленький их, в принципе, я смогу уничтожить. А вот как разобраться с тем здоровым, я не знаю, ребята. Наверное, что обычным своим мечом я не смогу его уничтожить, поэтому давайте мы, ребятки, быстренько с вами прихватим все, что только можно. Пшеница, кстати, одна недозрела, да и ладно, в принципе, факела тоже забираем. Убегаем быстренько, так, давай, бежим. Я надеюсь, что этот скорпион не успеет меня уничтожить. Садимся за штурвал и уплываем отсюда. Ребята, как мне не хочется покидать вот этот вот остров, но у меня просто не было выбора. Также не вовремя тот скорпион напал на меня, из-за этого мне пришлось покинуть свой маленький необитаемый остров. Ребята, думаю, что первую часть я на этом буду заканчивать, но кому она понравилась, обязательно подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новенькие видосики, которые выходят каждый день. Ну а на этом все, с вами был я, Нубик Алексис в Майнкрафте, всем пока!